Вышла с магазина, и вдруг в одно мгновение в небе стало очень-очень светло, очень яркий такой свет. Эту яркую вспышку в ночь на воскресенье увидели сотни татарстанцев. Явление попало и в объективы камер наблюдения. Лисан Разова в этот момент возвращалась домой, как вдруг все вокруг засверкало и задрожало. Страшно, конечно, весь как бы город осветился был, как будто днем. И потом немножко было слышно, как будто гром, вот такой звук был. Я уж подумала, что в Менделеевске что-то взорвалось. Это явление заметили не только жители набережных Челнов, но и Альметьевского, Нижнекамского, Менделеевского и других районов республики. Некоторые татарстанцы даже рассказывают про вибрацию в земле, но большинство из них той ночью напугала именно яркая вспышка. Как позже выяснилось, вспышку наблюдали и в соседних регионах – Башкирии, Удмуртии и Мариэл. Некоторые застали ее, находясь за рулем прямо на трассе. Семья Ахмадиевых в этот момент ехала из Менделеевска в Челны. Вспышка была двойная. Первая вспышка, она была слабенькая такая. Я подумал, что сверху что-то летит. Нагнулся, чтобы посмотреть через верх лобового стекла. И в этот момент произошла вторая вспышка, она была дольше. Версии случившегося уже полным ходом обсуждают в интернете. Кто-то из очевидцев считает, что это зимняя молния, а кто-то уверен, что вспышка возникла от корабля НЛО. На НЛО это совсем не похоже. Вот то, что было снято очевидцами на видео, то есть с инопланетянами я это никак не связываю. Что это именно, трудно понять, потому что на молнию, на снежную грозу зимнюю это тоже не тянет, потому что если бы была молния, она была бы только в набережных Челнах. Похожее явление видели и казанцы, но год назад, ночью 24 февраля, небо столицы точно так же озарила яркая синяя вспышка. Но ни в одном из этих случаев астрофизики ничего сверхъестественного не видят. Земля в этот момент времени зашла в какое-то аномальное поле магнитное или еще что-то случилось. И вот этот эффект связан просто вот с этим явлением, как атмосферное электричество. Хочу как пример привести вам Тунгусский метеорит. Хлопнуло как следует. Что такое это было? До сих пор никому не известно. С уверенностью говорить, что именно вызвало такую вспышку, астрофизики не спешат, пока они собирают и изучают информацию, чтобы озвучить официальную версию. Сергей Хайдаров, Марат Саидгараев, Ильшат Аюпов, Альберт Шафигулин, ТНВ, Набережные Челны, Казань.